Блин, тут тоже не ловит. Я в желтом дождевике. Это ж прям как в фильме. Пацаны? Пацаны! Чё за чертовщина происходит? Где я оказался? О, походу этот клоун где-то рядом. Нужно срочно собрать все бумажные кораблики, пока он до меня не добрался. Давай, Глент, соберись. Закрыто. Мой хороший! Куда пошел? Иди сюда. Пеннивайз хочет поиграть с тобой. Так, Глентик, соберись. Нужно просто контролировать свой страх. Глентик, может, хватит прятаться? Что делать? Кораблики. Ванна. Кораблик первый есть. Уже на 20% справился. Осталось еще 4, Глентик. Главное не бояться. Вроде не слышно. Глентик, я иду к тебе. Я чувствую твой страх. Тебе от меня не скрыться! Так, где искать? Ну-ну-ну-ну-ну! Кораблик! Мой маленький кораблик! Может быть, хотя бы какое-то средство защиты есть? Опа, походу нашел еще один. 2 из 5! Раз, 2, 3, 4, 5. Тебе от меня не убежать! Нужно срочно спрятаться! Вроде все нормально. О, пока меня не нашел. Привет! Ну куда ты ушел? Я же хочу поиграть! Иди ко мне! Где кораблик? Нужно искать! Срочно! Какой-то песок, террариум! Может, он змей? Что это такое? Книга на цепях! Блин, это точно здесь неспроста! Нужен ключ! Где обычно ключи бывают? Слава богу! Давай! Может, ты расскажешь, как уничтожить этого клоуна? Что? Кораблик! Это 3, еще 2. Надо идти дальше. Я тебя не боюсь. Бассейн? Так, кораблик. Точно, это же бассейн. Как я раньше не догадался. Только как его достать? Есть круг? Не бойся, Глентик, мы с тобой просто поиграем. Сейчас попробуем. Давай, малыш, не подведи. Есть еще один кораблик. Остался последний. Глент, ты молодец. Главное не затупить на самом финале. Я уже весь дом обошел. Я не знаю, где этот 5-й кораблик. Глентик, выходи. Я знаю, ты ищешь последний кораблик. Я дам тебе маленькую подсказку. Он у меня в шарике. Иди и возьми его. Он питается моими страхами. Мне просто нужно убедить себя, что он не страшный. И все, надо победить свой страх. И есть один план. Где ты? Слышу какие-то звуки. Мне кажется, эта маска отлично подойдет. А вот и ты! О, ты шарик! Нет, ты не шарик, ты диснейская принцесска! Что? Как ты смеешь смеяться? Я же страшный! Ты вообще не страшный! А ну замолчи! Даже Рапунцель пострашнее тебя! Замолчи! Я уничтожу тебя! Алло, шарик, ты не лопнешь? Смеяться! Прекрати! Я бы тебя на детский утренник позвал! Ты работала! Там кораблик! Сейчас будет громко! Все, я собрал все 5! Че дальше? Я 5-й нашел! Интересно, что меня ждет? Вообще ничего не сказал этот злодей. Раунд закончится, когда прозвенит будильник. А что эти 15 минут делать? Кто это? Так, какой-то подарок? Дверь? Заперта? Никого нет? Погода что-то странное. С окном светло. Так, подарок. Интересно, от кого? Что там? Думаю, там бомба. Нет, не тикает. Ладно, надо открывать. Блин, эти игры со страшилками. Наверное, этого нельзя было делать. Телефон? О, кто-то звонит. Известный номер. Алло, кто вы такие? Я вас или тебя? Я не боюсь. Я сейчас позвоню в полицию и хана вам всем. Какой злой, крикливый мальчик. Я все про тебя знаю, Сережа. Вы кто такой? Что вам от меня надо? Я твой друг. Пришел поиграть с тобой. Подойди к окну, я хочу тебя увидеть. Отстаньте от меня, не хочу с вами разговаривать. Все равно интересно, что там за окном? Одним глазком буквально. Аккуратно. Так, какой-то странный чел в капюшоне. Он, в принципе, далеко, да еще и за окном. А маска у него страшная. Посмотрю, что он будет делать дальше. Аккуратненько. Если начнет приближаться, я сразу прячусь. И куда он делся? Ну, понятно, я понял. Он телепортируется или быстро бегает. Он совсем рядом. Так, что такое? Опять этот номер. Алло? Куда же ты убежал, Сережа?
Так с друзьями не поступают. Да ничего, не хочу с тобой общаться. Это что еще за звук? Кто на гитаре играет в доме? Да когда же уже это все закончится? Хотя только все началось. Так, Сергей, заберись. Надо быть смелым. Я продержусь эти 15 минут. Пойду и проверю, что это за звук. Так. Хватит прятаться уже, Серега. Иди ко мне. Не надо! Отстань! Где же ты, Серега? Я хочу играть. Я понял. Мы уже с тобой играем. Это же прятки? Тогда давай договоримся. Когда я найду тебя, ты будешь искать меня. Ну, молчание, знак согласия. Серега! 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 Молчишь? С диваном торчишь. Ладно, я тебя не трону, если ты меня найдешь. Хорошо. Отвернись и считай до 10. Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Я досчитал до 10. Иду искать. Я тебя нашел. Ты не мог бы получше спрятаться, если мы играем в прятки? Но мы же играем в прятки. Что, прям видно, что ли? Да. Ну, отвернись, я перепрячусь тогда. Окей, твои правила. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я опять досчитал. Ищи. Так, я иду искать. Где же ты? Там. Я понял, ты хочешь играть в прятки? Я попытаюсь тебя найти. Где же ты можешь быть? Не знаю. Ты так хорошо спрятался, что я все, сдаюсь. Ладно, все, ты проиграл. Пора с тобой заканчивать. Что? Так не договаривайтесь! Не надо, не надо, погоди! Пожалуйста, отпусти! Я не хочу! Что ты от меня хочешь? Хочу еще поиграть с тобой. Зачем? Может, просто меня отпустишь? Ха-ха, глупец. Мы будем строить башню. Если башня упадет на моем ходу, я тебя отпускаю. А если на твоем, останешься еще со мной. На чуть-чуть. Ладно, давай, развязывай. Выбора все равно нету. И смотри мне без фокусов. Клади, твой ход первый. Слушай, ты пока выбираешь, я отойду на секундочку, ладно? Не зли меня. Понял, не буду. Мне кажется, если я выиграю, то все равно пострадаю я. Возможно. Нож у тебя заточенный, да? Хочешь проверить? Ни в коем случае. Я хочу побыстрее закончить эту игру и попрощаться. В хорошем смысле. Может быть, друзьями останемся, номерами уже обменялись. Как же поставить? Ой, проиграл, получается, ты. Ну да, ты выиграл. Получается, я свободен и могу идти? Ты думал, что я правда тебя отпущу? Тебе от меня никуда не деться. А теперь иди сюда. Мне нужно подточить свой нож. Не надо! Закрыто. Пожалуйста, пожалуйста. Стой, 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 стой. Пожалуйста, не надо. Слушай, слушай, можно с тобой договориться. Возьмем тебя в ролики. Будешь с нами на канале сниматься. А4 называется. Пожалуйста, не надо. Приятно было познакомиться. Я что, Гарри Поттер? Мне что, придется сражаться с Волан-де-Мортом? Я жду тебя, Владик. Заходи. Офигеть. Здравствуйте. Слушай, ну давайте сразу уясним. Я вас вообще не боюсь. Одно движение, и все, вам хана. Да что ты говоришь? И как же ты это сделаешь, если у тебя даже волшебной палочки нет? Как нет? Ты попал на самый сложный уровень, Влад Бумага. Но не бойся, я уничтожу тебя быстро. Попрошу заметить, я смотрел фильм и видел, что вы там не пользуетесь вот этими вот кунг-фу, карате, бокс. А я всеми этими техниками хорошо владею, так что просто так я не сдамся. Фу, я понял, ладно, это, увидимся. Беги, беги, далеко не убежишь. Опа, а это что? Точно! Чувак же с экрана сказал, что в доме могут быть подсказки. Может быть, это первое? О, я прав. Чтобы одолеть Волан-де-Морта, тебе нужно найти тайную комнату, в которой спрятан крестраж. Открыть ее ты можешь, посмотрев на себя в зеркало. Понял. Задачка ясна. Нужно найти тайную комнату и какой-то крестраж. Так, ну а где она, видимо, секрет? Ну, пойду искать. Хотя, может, это и есть тайная комната. Крестраж, крестраж. Кажется, не тут. О, а это что такое? Детская палатка. Ну, она, посмотрите, с замком.
Да, это точно то, что мне нужно. Тут вон, опять записка и книжка внутри. Но замок-то, блин, с кодом закрытый. Хотя, погодите, я же могу просто ее взять и порвать. Ау, понял. Дом же магический. Тут правит волшебство, значит, нужно играть по их правилам. О, кстати, да вот и зеркало. Слушайте, реально Гарри Поттер. Так, и что я здесь должен увидеть? О, погодите, шрам! Он же в отражении, как цифра 4. А я Влада 4. 4, 4, 4. Может быть, код четверки? Сработало! Лихотня! Просто удел вашу магию. Вроде даже без каких-то сюрпризов. А вот и тот самый крест-страж. Это еще не конец. Это только начало моего путешествия. Слушайте, твоя волшебная палочка находится в логове у Нагайны. Это змея Волан-де-Морта. Найди ее и уничтожь крест-страж. Вот эту штуку, что ли? Может, просто ее порвать? Ох уж это магия. Ну что, Нагайна, я к тебе иду. Это вот... Ребята, походу я по адресу, смотрите. А вот ты эта змеюка. Ой-ой-ой-ой, вы посмотрите. Так, давайте в двух словах объясню, что происходит. Нагайна — это личная змея Волан-де-Морта. Она его охраняет. А это дневник Волан-де-Морта. В этой тетрадке заключена часть души Волан-де-Морта. И мне нужно уничтожить сначала ее, и тогда Волан-де-Морт сможет стать уязвимым. И я смогу его победить. Вы посмотрите, она знает, что я пришел. Так, ну что, получается, туда нужно опустить руку. И достать палочку. Почему ты смотришь на меня? Так, надеюсь, Волан-де-Морт не скажет ей, чтобы она на меня напала. Привет, я пришел с миром. Если что, тебя я уничтожать не собираюсь, всего лишь твоего хозяина. Вот в это пространство я не хочу сувать руку, потому что здесь ее голова. Попробую обойти сзади. Главное ее не коснуться. Так, взял. Пол дела сделано. Закрываем. Ты что так напряглась? Расслабься, расслабься, я все. Всего хорошего. Волан-де-Морт, ты где? Ах ты гадкий мальчишка, ты все-таки нашел один из моих крест-стражей. Да, бери. А, стоять! Конечно, я тебе его не отдам, я же знаю, что эта книга может тебя уничтожить. Отдай, и я тебя отпущу. Смотри, сильное заклинание, которое уничтожает книжки. Ну что, все, сдулся? Уничтожив крест-страж, ты нанесешь мне урон, но не сможешь уничтожить меня. Ничего, еще день длинный. Авада Кедавра! Хорош, старый, нормально пуляешь. Авада Кедавра! Тихо, тихо, тихо. Авада Кедавра! Офигеть! Тихо, 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 тихо. Я это тоже заклинание, кстати, знаю. Так, так, так. Экспеллиармус! О, хорош! Я тебя уничтожу! Авада Кедавра! Вот так тебе! Получилось! Уничтожен! Фух, сейчас. Эд, злодей! Я сейчас это минутку отдохну и вернусь. Жуть. Так, ладно. Здесь никого. Эй, есть кто дома? Ладно, здесь вроде никого. Может, это просто пранк от пацанов? Все, это уже не смешно. Эй, пацаны! Откройте, ваш пранк не смешно! Открывайте! Блин, походу не пранк. Капец, там комната поменялась! Эй! Эй! Тупик. Надо как-то отсюда выбираться. Попробуем туда. Сколько же здесь коридоров? Капец. Не, ну это вообще уже не смешно. Как на улице может быть светло? Мы же вечером шли в кино. Капец, надо скорее искать эту кассету. Капец, какой криповый дом. Зеркала какие-то. Просто гробовая тишина. Эй, эй, эй! Странно. Я уже реально начинаю во все верить. Ну не бывает же таких огромных квестов. Кассета. Посмотри меня. Вообще максимально странная какая-то дичь. Посмотри меня, написано на кассете. Окей. Наверное, это и есть мое задание. Так, только на чем посмотреть? О! Офигеть, как я давно не пользовался этой штукой. Попробуем включить телек.
О, прикольно. Походу, это и есть мое задание. Посмотреть ужастик. Тем более, что я его уже смотрел. Это ж фильм «Звонок». В этом фильме людям звонили и говорили, через сколько дней за ними придут. Да, лайтовое задание. Да не, совпадение. Точно говорю, совпадение. Осталось 7 дней. Блин, прям как в фильме. Не нравится мне это все. Вроде оторвался. Интересно, что это за комната? Какие-то рисунки. Может, это и есть комната этой девочки? Надо ее осмотреть. Может, здесь будут какие-нибудь подсказки? Везде пусто. Сконцентрироваться и подумать без паники. Если это квест, то здесь по-любому есть выход. Может, в них таится подсказка? Походу, она нарисовала это все сама. Значит, ей нравятся мультики. Потому что на рисунках персонажи из мультиков. Я понял! Это же и есть подсказка. Мне нужно найти кассету с мультиками, а не эту, которую я нашел. Но там же эта девочка. И где взять кассеты? Так, Кобяков, думай логически. Кассеты — это древняя штука. Древние штуки либо выбрасывают, либо хранят как хлам, то есть в кладовке. Надеюсь, я прав. А вот и кладовка. Главное не шуметь. Да, капец, сколько кассет! Это целая коллекция! Надо найти мультики. Мультики. Ну, будем надеяться, что здесь действительно мультики. Теперь нужно как-то добраться до телевизора и включить эту кассету. При этом нужно не попасться на глаза этой девочки. Режим стелс включен. Кобяков, соберись. Ты уже на месте, и тебе нужно это сделать. Соберись, спокойно. У тебя же есть мультики. Привет, девочка. Это твои рисунки там висят в комнате, да? Это очень хорошо. А я для тебя кое-что принес. Мультики. Тебе же нравятся мультики, да? Стой. Подожди, ну ты же хочешь, чтобы дядя Кобяков тебе включил эти мультики? Кажется, получилось. Ну вот ты присаживайся на диван, а я тебе включу кассету. Окей? Мы поставим тебе мультики, посмотришь. Я там пультик у тебя рядом возьму, хорошо? Чтобы телевизор включить. Да просто взять. Вот, хорошо. Сейчас включу тебе мультики, и ты их посмотришь. Нравится? А вот эту кассетку дядя Кобяков заберет. Смотри мультики, а я скоро вернусь. Жуть какая. Так, с этой кассетой нужно что-то придумать. По логике, если уничтожить ее, то эта жуткая тварь пропадет. Нужно стереть порошок эту кассету, чтобы даже кусочка пленки не осталось. О! Что, если мы ее расплавим? Должно сработать. Фу, ну и денек, конечно. Сработало. Я прошел! Что дальше? Ой! Странно, откуда она здесь? Ее вроде не было, когда я засыпала. Слушай, малышка, давай-ка ты вот здесь полежишь. Фу, боюсь этих кукол. Да что здесь такое происходит? Как ты тут вообще оказалась? Надо спрятать ее куда-нибудь подальше.
все, она в шкафу. Я не полоумная, просто переутомилась. Так, сейчас посплю. Это что? Так, что за фигня? Нужно попить водички. Все хорошо. Все отлично. Это что еще такое? Так, наверное, пацаны баловались, забыли убрать. Ну, не могут же велосипеды сами по себе ездить. Так, Риви, все нормально. Водички. Все хорошо. Просто нужно больше отдыхать. На растяжку пойду. Спортом заниматься буду больше. Запишусь на медитацию. Точно, поможет. Так, проголодалась что-то? Надо покушать. Так, что у нас там есть? Что за жуть? А, я, кажется, поняла. Пацаны, это ваши пранки? А мне не страшно. Вообще тупые пранки. Подумаешь, куклы. Окей, вызов принят. Ждите ответочку. Поиграй со мной. Кто здесь? Кто это сказал? Жесть какая-то. А это что? Пацаны, ну это уже вообще не смешно. Хватит меня пугать. Вот придурки. Блин, ну я же разбила тут банку. Уже совсем не смешно. А это тут откуда? Жесть, я опять в этой комнате. Сколько много кукол. Риви, просто глубокий вдох. О, я так боюсь. Риви, давай играть. Кто здесь? Риви, мне скучно. Давай играть. А? Ты кто такая? Меня зовут Аннабель. Что тебе от меня нужно? Я хочу играть. Давай сыграем в прятки. Не хочу я играть ни в какие прятки. И вообще ты меня пугаешь. Закрыто. Походу, придется согласиться. Хорошо, Аннабель, прячься. Надо отвлечь ее и подумать, как сбежать. Нет, Риви, ты прячешься. Раз, два. Дурацкий сон. Надо спрятаться. Восемь. Это всего лишь сон. Тебе нужно преодолеть свой страх. Да, она жуткая, но это всего лишь кукла. Огромная кукла. Ну, подумаешь. Так, у тебя получится. Риви. Я иду искать, куда ты спряталась. Когда я тебя найду, тебя ждет наказание. Наказание? Какое еще наказание? Ну где же ты, Риви? Вот ты где. Нашла. Да, Аннабель, ты молодец, только давай без наказаний. Нет, это правило игры. Игра, точно. Послушай, Аннабель, а не хочешь поиграть в другую игру? Парикмахерская называется. Давай, мне нравится. Ой, супер, я тебе сейчас косички заплету, будешь красоткой. Вот тебе зеркальце, смотри, будем делать косички. У тебя такие волосы красивые, такие мягкие. Спасибо, у тебя тоже красивые волосы. Ой, приятно, спасибо. Сейчас такую прическу тебе сделаем. Ну все, готово, посмотри. Мне нравится, очень красиво. Ой, ну я очень рада, что тебе понравилось. Знаешь, ты мне очень понравилась. Может быть, мы даже с тобой подружимся. Ну, если ты захочешь. Аннабель, и чего я тебя так боялась? Ты даже симпатичная.